Согласно постановлению президента Республики Узбекистан 21 марта 2019 года и постановлению президента Республики Узбекистан о мерах по созданию дополнительных условий для развития тепличных комплексов от 20 ноября 2018 года, в стране реализуются меры по увеличению объемов производства и экспорта плода овощной продукции, повышению эффективности использования земельных и водных ресурсов, внедрению инновационных технологий в сельское хозяйство. Определены основные направления развития тепличного хозяйства в Республике Узбекистан, в том числе создание современных тепличных комплексов с использованием альтернативных источников энергии, эффективных и энергосберегающих технологий, расширение ассортимента производимой экологически чистой плодовочной продукции с учетом анализа конъюнктуры рынка и применением современных методов выращивания сельскохозяйственных культур и многое другое. На Алмалыкском горно-металлургическом комбинате растениеводством, в том числе выращиванием культур в тепличных условиях, занимаются специалисты управления производства потребительских товаров. На сегодняшний день на балансе этого подразделения функционирует теплица, общая полезная площадь которой составляет 1 гектар. В настоящее время в теплице, где трудится 5 работников под руководством агронома Шадмана Курбанова, проводятся все сельскохозяйственные агротехнические мероприятия, современный полив, грамотное удобрение. Ответственное отношение к работе позволило коллективу теплицы вырастить в 2019 году по 5 тонн болгарского перца и баклажан, 6 тонн огурцов, а также при плане в 1 миллион выращено 2 миллиона 26 тысяч штук рассады цветущих однолетних растений – виолы, шафрана, базилика, винки катарантус и петуньи. В этом году силами работников УППТ в теплице высажено 20 тысяч кустов рассады, цветов темного и зеленого базилика и шафрана, которые весной украсят дороги города и промышленной зоны Алмалыкского горно-металлургического комбината.